Здравствуйте! С вами Солнечная Юна и Погода Юга на телеканале Краснодар. 20 июля – день 5 случайных встреч. Случайно встречаться можно не только с людьми. Можно случайно встретиться с улыбкой незнакомого человека. Или с давно потерянной вещью. Или с кошкой во дворе. Или с собственным хорошим настроением. Или запахом кофе. Или, открыв утром окно, с новым летним днем. Главное – подойти к этим встречам осознанно. И только вам выбирать, какие случайных встреч вы посчитаете для себя важными. 20 июля в южной столице в течение суток ожидается гроза. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура днем 27-29 тепла, а ночью 20-22. В Славянске на Кубани предполагается незначительная облачность. Сухая погода 19-32 градуса тепла. В Крымске прогнозируется переменная облачность. Возможно, небольшие осадки в виде дождя ночью и утром, а днем ожидается до 31 градуса. В Темрюке незначительная облачность, ясный день, температура воздуха 22-25 градусов. И помните, что все же все встречи не случайны. Приятных встреч вам и отличного настроения! А спонсор программы – строительная компания «Стройэлектротехов Монтаж». Отличные квартиры с ремонтом. Покупай, заезжай, живи!